Ценность культуры нанайского народа определяется ее древностью и малочисленностью, поэтому нуждается не только в уважении, но и в сохранении. Совсем недавно в детской и юношеской спортивной школе ребята начали заниматься национальными играми. Для сохранения культуры нанайского народа на базе детской юношеской спортивной школы в 2015 году основались секции по летним национальным видам спорта. Ведь элементы многоборья, национальных игр – это своего рода элементы промысловой деятельности. И вот на стадионе «Юность» состоялась показательная тренировка. К комплексу национальных видов спорта относят бег с палкой, тройной национальный прыжок тамян, прыжок в длину шестом, метание тяжести, стрельба из национального лука, борьба на поясах и национальная игра чакпан. Показательная тренировка перед краевыми соревнованиями. То есть, ну, в принципе, дети отобраны на соревнования, потому что проводилась работа, по селам ездили, по организациям детско-юношеским. И отобрали, вот это одни из самых лучших детей, которые, надеемся, займут призовые места на краевых играх по национальным видам спорта. На протяжении уже 2 лет сборная Амурского района, в состав которой входят юные спортсмены из города Амурска, село Ачан, село Оми, поселок Тысин, село Джуен и село Вознесенское, занимают призовые места на краевых соревнованиях, личных, также и в командных первенствах. Пробовали другие виды спорта в национальных селах там развивать все, но они как-то не приживаются. Вот когда открыли там группу национальных видов спорта, сразу дети, они там на месте заинтересовались и начали ходить заниматься. Эти тренировки способствуют развитию координации движений, ловкости, меткости, сноровки и выносливости. Ребята пропагандируют здоровый образ жизни среди сверстников.